Здравствуйте! С вами снова Народная студия. Мы продолжаем показ гала-концерта финалистов первого сезона нашего телепроекта. И сегодня для вас поют Ирина Дидык, Геннадий Малибоженко и группа «Стерео». Все они прекрасно выступили в финале. А Геннадий Малибоженко и группа «Стерео» получили специальные призы продюсерского дома «Голиздра». «Трепещите, девичьи сердца» открывает нашу программу Геннадий Малибоженко. Помогают ему музыканты группы «Стерео». А сейчас я приглашаю на сцену нашего следующего конкурсанта, который так же, как и Дмитрий, в отборочных турах принимал участие в гордом одиночестве. Ну, не совсем в одиночестве, в обнимку с гитарой. Но наши эксперты посоветовали поискать какое-то другое звучание и попробовать исполнить свою песню в сопровождении группы. И я с удовольствием объявляю нашего следующего участника. Геннадий Малибоженко. Геннадий Малибоженко рядом со мной за кулисами находится. Геннадий, привет. Но знаю, что песни пишете достаточно давно. Поклонники какие-то есть? Ну, я думаю, что да. Поклонницы. Еще больше. Ну что, встречайте самодеятельного поэта, музыканта, композитора. Геннадий Малибоженко прямо сейчас на сцене. Привет, Омск! С праздником! Малибоженко Геннадий. Утром кофе, ночью виски. Бесполезно жить так броско. Звезды тоже бывает близки, словно склеены воски. Утром не горе, обед пусть будет в мае. Пусть июльский вечер прикоснется вдруг тебе. Дождь октябрьский пойдет, и ты под ним растаешь, снова сделав шаг своей судьбе. Крики, снова пафос, накладные, вновь ресницы, чтобы выше планки держался статус, и пусть все знают гламур убийцу. Утром в январе, обед пусть будет в мае, пусть июльский вечер прикоснется вдруг к тебе. Дождь октябрьский пойдет, и ты под ним растаешь, снова сделав шаг своей судьбе. Много кофе, много виски. Перетянутая вена, выше локтя. Люди, деньги, когда так близко, душу превращают в одни лохмотья. Утром в январе, обед пусть будет в мае. Пусть июльский вечер прикоснется вдруг к тебе. Дождь октябрьский пойдет, и ты под ним остаешь, снова сделав шаг своей судьбе, как в январе. Обед пусть будет в мае. Пусть июльский вечер прикоснется вдруг к тебе. Дождь октябрьский пойдет, и ты под ним растаешь, снова сделав шаг своей судьбе. Спасибо! Геннадий Малибоженко! Но мне кажется, что эта песня станет настоящим хитом. Я права? Мы вручаем диплом участника Геннадию Малибоженко, участнику проекта «Народная студия. Первый сезон». Мы пока не знаем, кто у нас станет победителем.
И надеемся, что Геннадий войдет в число претендентов на главный приз. Ну, по крайней мере, я и еще большая часть, наверное, женской аудитории на это крайне рассчитывают. Поздравляю вас, Геннадий! И я еще раз, с вашего позволения, объявляю следующую участницу нашего финала, Ирину Дидык. Рядом со мной за кулисами нашедшаяся Ирина Дидык. Добрый вечер. Здравствуйте. Профессиональная певица, давно и успешно выступающая на различных сценах в Омске. Какую песню сейчас будете петь? «Обними меня сильнее» песня. Песня о любви «Обними меня сильнее». Ирина Дидык, встречайте! Я не могу жить без тебя, только это между строк. Вся моя жизнь — это борьба гордости с любовью. Если б ты мог хоть иногда видеть все, что видит Бог, ты бы узнал, как я хочу рядом быть с тобою. Обними меня сильней, ты видишь, я бегу навстречу, и только свет любви твоей сердце лечит, сердце лечит. Обними меня сильней, не измеряй мечты словами, и только свет любви моей между нами, между нами. Знаю, ты здесь, знаю, ты мой. Мне с тобою так легко. Мне без тебя не разбудить своего дыхания. Мир без любви был и исчез, только выше облаков. Вижу я свет, солнечный свет твоего желания. Обними меня сильней, ты видишь, я бегу навстречу, и только свет любви твоей сердце лечит, сердце лечит. Обними меня сильней, не измеряй мечты словами, и только свет любви моей между нами. Я бегу навстречу, и только свет любви твоей сердце лечит, сердце лечит. Обними меня сильней, ты видишь, я бегу навстречу, и только свет любви твоей сердце лечит, сердце лечит. Обними меня сильней, не измеряй мечты словами, и только свет любви моей между нами, между нами. О-о-о. Спасибо большое. Ирина Дидык, вы не уходите, Ирина. Я бы хотела, чтобы мы еще раз поаплодировали Ирине. И этот диплом участника проекта «Народная студия» сегодня ваш. Впереди у нас голосование, впереди у нас определение. Спасибо. Победителя. И я надеюсь, что вы окажетесь в числе призеров нашего проекта. Благодарю вас. Спасибо, спасибо большое. Большое.